Десятки выставочных стендов и специалистов в области косметологии и эстетической медицины, ногтевого сервиса, парикмахерского и декоративного искусства, оздоровительных услуг. Выставка «Индустрия красоты» на 3 дня объединила всех, кто причастен к бьюти-индустрии. Для профессионалов это возможность познакомиться с новыми продуктами и техниками. Для обывателя – повод узнать о тенденциях и возможностях их воплощения. Сегодня мы проводим мастер-классы по пилингам, также для чувствительной куперозной кожи, восстановления сосудиков, укрепления стенок сосудов, также аппаратная косметология, процедуры по мезо, безинъекционная, так как у нас косметика разработана для безинъекционной подтяжки лица, безинъекционные все процедуры, коррекция лица. В направлении ногтевого сервиса зимний сезон упрощает дизайны и делает акцент на ярких цветах. Из дизайнов опять в моду вступили вензеля с различными украшениями со стразами. В моде стал аквариумный дизайн. Появилось очень много витражных гелей, где просвечивает фактура ногтя. Ушел из моды царь-ноготь, который полностью инкрустирован стразами. И теперь стразы только в единичных каких-то элементах можно добавлять. В парикмахерском направлении все легко и просто. Во всяком случае, так выглядит. Актуально смешанные техники и брендирование. Ну, вообще множество техник, и их надо смешивать. Цвета у нас сейчас розовое, золото. Все более такое нежное, теплое, красивое. Критерии здоровья кожи и волос – это то, о чем должна знать каждая девушка. Здоровая кожа – это сияние, здоровый блеск кожи, это гладкость кожи. И по волосам. Ну, в первую очередь, это отсутствие каких-то клинических признаков, таких как выпадение, шелушение, да, если вас что-то беспокоит, либо не беспокоит. Ну и, естественно, блеск, здоровый ухоженный вид. На сегодняшний день бьюти-индустрия постоянно предлагает новые техники и продукты, поэтому как никогда важно следить за новинками, пробовать их и экспериментировать. Все то, что работает сегодня, возможно, завтра уже станет неактуальным, а поэтому способность забегать вперед ценится очень высоко. Одним из ярких событий выставки стал чемпионат по парикмахерскому искусству и визажу. Лучшие мастера нашего города боролись за место в российском этапе этого конкурса. Продвижение конкурсного движения, оно немножко у нас затихло, и поэтому хотелось бы, чтобы это все у нас вновь возродилось. И лучшие из лучших у нас поедут на чемпионат полуфинал России в Екатеринбург, который будет проходить 17 ноября этого года. После финала России, значит, если они занимают места, то после полуфинала России, если они занимают места, то едем на финал России. Наша задача собрать лучших сегодня. Длинные, короткие, цветные или натуральные. Мастера уверяют, в окрашивании волос нет явных антитрендов. В моде все то, что идет вам. Однако актуальные тенденции все же существуют. Сказать, что антитренд, вообще в принципе сложно. Потому что мода настолько демократична и разнообразна, что можно применять абсолютно все стили, абсолютно все формы. Желаете прическу с начесом, вы можете ее носить. Желаете стрижку, можете носить стрижку. Но особое внимание, особое, это, конечно, стрижка. Сейчас в женской моде это стрижка унисекс, короткая стрижка, а в мужской наоборот. Отрощенные волосы в стиле Битлз, длинные заросшие головы. Все то, что еще только будет популярно, специалисты узнают, а также отрабатывают еще до наступления сезона. А у нас, в свою очередь, есть возможность заранее продумать смену имиджа и быть первыми из тех, кто в тренде.